Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале Мылооп. И сегодня хочу сделать обзор товара пластиковой формы лимон. Она очень удобная, в плане того, что с ней легко доставать изделия, например, мыло. Хочу вам немножечко подробнее показать. В ней можно делать, например, фигурки из шоколада. Также можно делать, например, желе. А при желании можно даже сделать косметический лед. Просто применять его потом не весь, а частично. Если вы проявите фантазию, то несмотря на то, что эта форма вроде бы как и простая, но если видите, здесь такие пупырышки. То есть можно немножечко белой основой с красителем провести, а дальше залить уже желтой основой, и тогда он будет такой ребристый с белым налетиком, будет очень красиво смотреться. Также можно при желании там делать мороженое. Например, порционное. Детки любят красивое мороженое, поэтому в этой формочке оно прекрасно приготовится, быстро застынет. Несмотря на то, что эта форма пластиковая, она все равно прочная. В нем можно спокойно заливать горячую мыльную основу, она не будет плавиться, она не потрескается. Если упадет, все равно будет оставаться такой же, как новой. Ее легко мыть абсолютно, достаточно просто полоснуть водичкой, и она будет снова чистая и красивая. Можно также, например, сделать плитку для тела. Она будет плотная, толстенькая, но тем не менее вы сможете пользоваться не один раз, а несколько раз, или потом просто сделаете порционную массажную плиточку для тела. Вот я хочу еще раз ее показать. Смотрите, здесь вот видите, как начало лимончика вот видно, здесь хвостик, здесь все детально прорисовано, поэтому когда вы достанете уже готовое мыло, вы увидите, что действительно это не просто овал, а действительно настоящий лимончик. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте приходить в гости, ставить пальчики вверх, подписываться. До новых встреч!